Ярцевские пожарные подвели итоги оперативной ситуации за три квартала текущего 2019 года. По словам начальника пожарно-спасательной части номер 52 Ивана Оводова, в сравнении с аналогичным периодом года прошлого налицо незначительный рост как числа самих пожаров, так и случаев травматизма, а также гибели людей в огне. Так, за тех же период 2019 года у нас на территории Ярского района произошел 241 пожар. В 2018 году 224 пожара. У нас в этом году погибло 6 человек на пожарах и травмировано 4. Как показывает практика и проводя анализ пожаров, обстановки с пожарами на территории Ярского района, наибольшее количество пожаров произошло в частном секторе. Дома, заброшенные дома, частные жилые дома, бани, хозпостройки. Одним из случаев очередного возгорания в частном секторе, говорит Иван Оводов, стал недавний пожар на улице Халтурина, произошедший в последних числах сентября. 28 сентября на пункт связи 52-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу город Ярцево, улица Халтурина, дом 8. Подразделение незамедлительно выехало на пожар, и по прибытию было установлено горение кровли по всей площади дома. Было принято решение организовать два звена газодымозащитной службы и приступить к тушению пожара кровли, а также внутри здания. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, выгорела одна комната, остальные повреждены. По предварительной версии причины пожара стала неисправность электропроводки. Вместе с тем, основной причиной подавляющего большинства возгораний в жилом секторе становится пресловутый человеческий фактор, то есть неосторожное обращение людей с огнем, находящихся, как правило, в нетрезвом состоянии. На территории муниципального образования Ярцевский район Смоленской области без остановок проводятся комплексные профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Так проводятся ежедневно подворовые обходы личным составом 19-й и 52-й пожарно-спасательной части с вручением памяток и проведением ежедневных противопожарных инструктажей.